все супер, все классно, прайм, новое дыхание. Прайм, офигительно. Кто не пришел, тот многое потерял. I'm from New York City. Я Алматы. С Алматы. Собрался на слитке астанинского общества. Мои дела идут все лучше и лучше. Вся Астана, будто еще Алмата и все города вместе взятые. Клуб очень переполнен. Даже негде машину парковать уже. Мы поздравляем Прайм от души, потому что это заведение, которое поменяло свой формат и теперь кричит по-иному, именно по-другому. Первый раз вижу в Прайме столько народу, все круто, классно отдыхаем, мне все нравится. Мне подарили VIP-карту, теперь буду здесь тусоваться постоянно. И самые очаровательные девушки Айнура, мисс Астана. Вечеринка постепенная, Прайм действительно переродился, все супер, и креативная Астана молодцы. Это здорово, что они так сделали. Уже очень много народу, всем весело, всем хорошо. Я хочу сказать, господин оператор, снимай нас, потому что прямо сейчас мы пойдем брать у всех. Интервью? Ну, кто как, а мы да. А сейчас, друзья, мы отправляемся туда, в самую тайную комнату для девушек, где никогда не бывала женская нога, кроме технички, но мы пройдем туда, пойдем. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте, молодой человек. Прямо... Скажите мне, пожалуйста, где вы взяли такую милую маечку? Не здесь, точно. Да вы что, а где? В городе Актау. 7-2-9-2, Актау дома, дома. И мне здесь нравится реально. Здесь очень уютно, хорошие люди, красивые девушки. Сержан? Я согласен полностью с Мади. Красноречивые? Красноречиво, да, понятно. Скажите, пожалуйста, с какой целью вы пришли вообще в Прайм? Вот помогите им, пожалуйста, девушку найти. Скажите, пожалуйста, вот у вас такие красивые глаза, они шоколадные? Черные. Черный или шоколадный? Черный. Черно-шоколадный. А у вас только два глаза черно-шоколадных или есть еще один черно-шоколадный глаз, третий? Два глаза. Два глаза? А третий глаз какой? Третий? Ультрафиолетовый с неоновыми подсветками. А как они устанавливаются? А это с рождения у меня. С рождения ультрафиолетовый шоколадный глаз? С неоновыми подсветками. Базара нет. Тема. С нами прикалывается. Это бы ясно. Просто я благодарен за эту музыку. Я благодарен за то, что мы смогли создать такую атмосферу. Скажите, пожалуйста, ваше любимое блюдо? Мамина жареная картошка. Скажите мне, пожалуйста, жарите ли вы горячую дичь? Что за вопросы компрометирующие? Я говорю в твой кулачок, все круто, приходите в Прайм. Мне понравилось, я сам не ожидал, то, что так будет зашибить. Скажи, пожалуйста, вот я, глядя на тебя, делаю такой вывод, что у тебя волосатая грудь. Нет, у меня волосатые только конечности, ноги и руки. Ноги и руки. А такой вопрос, тебя заводит сегодняшний вечер?
Да, он меня заводит с полоборота. Может, ты докажешь это и покажешь нам свои соски? Да без проблем, я покажу свой сосок. О, друзья, он покажет свой сосок. У меня нет второго соска. Розовенькой, друзья, розовенькой. За это отдельный гонорар. За сосок Тима Зета. Чего вы чего хотели? Не, реально, он такую вещь. Вы сдаете в аренду соски Тима Зета? У меня все горит, у меня все кипит, я прям кипятком нахрен писаю, обжег свои коленки нахрен. Я не могу! Prime качает Prime самый лучший кочевый клуб в Астане, нахрен. Мы это гарантируем. У нас самый лучший сервер. Так, кто оплатил за эфир? Я вроде заплатил немного. Лучше, чем Fashion, скажи, йоу. Базара нет. Prime лучше, чем Fashion? Да, а шоколад? Нет, лучше. Prime, да, рули? Prime. Базара нет, Prime. Нет, я люблю именно эти два клуба, как Шоколад и Fashion. Это мои любимые клубы, но теперь мы в Prime, и Prime всегда качает. Каждую субботу. Креативная сна, видеоотчет от Жанны Алишеровой. Сама Жанна Алишерова, просто ради нее можно прийти, посмотреть на нее и ответить на пару ее вопросов. Итак, вечеринка в самом разгаре. 5 часов утра. Девчонки, как вам? Креативная Астана, лучшие люди этого города, это и Астаны. People are very nice. Меня научил актерскому мастерству. Я реально ее знаком давно. Казахстан. Чем можно тут навести этот фотобус? Единственный зерный. Астана! Мы поможем тем, кто нуждается в этом. Дайте ему договорить. Беркут, беркут. Фристайл. Мака-мака. Вот сейчас. Диджей Пуза сказал мака-мака. Тихо-тихо-тихо. Время уже около 5 часов утра. Мы до сих пор в Прайме. Здесь до сих пор много людей. Всем хорошо, всем весело. Ух, мы просто устали. Сейчас мы находимся в подсобке, потому что там уйма людей. Идет тусовка, все танцуют. Просто весело. И мы ждем вас каждую субботу и пятницу в Прайме. Да что уж говорить о пятнице и субботе, мы ждем вас каждый день. Здесь всегда весело, мы здесь всегда вас ждем, я, Катерина и Жанна. И просто море позитива и веселья. Обязательно приходите в Prime.